Мария Шукшина сегодня в трендах. Этот день подарил нам громкие заголовки, общая суть которых сводится к тому, что актриса пофамильно перечислила геев на Первом канале. Ну и, конечно, сразу напрашивается вопрос, кто в этом списке и в чем причина его появления. Подробности прямо сейчас, это Сафин Лайк. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать самые обсуждаемые события шоу-бизнеса. Короче, вот один из заголовков. Мерзость. Мария Шукшина пофамильно перечислила геев на Первом канале. Вот другой. Нас уже откровенно считают за быдло. Мария Шукшина пофамильно назвала геев-телеведущих. В общем, для тех, кто сильно не вникает в суть, а ориентируется лишь по заголовкам, все предельно ясно. А вы знаете, как тщательно я на своем канале перепроверяю информацию. Чай не помойка какая-то. Короче, заглянул я в телеграм-канал Шукшиной, и если уж быть предельно точным, то это не ее слова, а комментарий подписчицы, который Шукшина перерепостила, чтобы его увидело большее количество читателей. Однако я так понимаю, что сама Шукшина готова подписаться под каждым этим словом, так как репост она начинает словами «полностью разделяю ваш праведный гнев и поддерживаю». Но это так, детали. А что же в самом комментарии, который Шукшина вынесла на всеобщее обсуждение? Короче, автор комментария, рассуждая на тему запрета выступлений некоторых артистов, пишет следующее. К сожалению, понимать это должны и люди, покупающие билеты на концерты поющих трусов, и руководители СМИ и правительства, прежде всего власть, и они понимают, просто прощупывают почву, но или уже откровенно считают нас за быдло, которое может питаться собственными экстрементами. Об этом говорит и возвращение блудного сына яркого представителя ЛГБТ Васильева и его друга Цискоридзе, продолжающееся турне Киркорова и прочая мерзость, так и не ушедшая с экрана. Ну а дальше идет рассуждение о том, что представитель нацменьшинств, откровенно издевающийся над страной, это уже модный тренд. В общем, кому интересно более глубоко погрузиться в эту тему, загляните в телеграм-канал Шукшиной. Ну а сейчас напишите свое мнение под этим видео и подпишитесь на мой канал.